Господа, я снова оказался в фит-сервисе, и это не просто так. Дело в том, что совсем скоро наступит лето, и чтобы не потеть по трассе, в машине, не обливаться потом, нужно заехать к ребятам и все проверить. И на самом деле прямо сейчас в фит-сервис проходят две отличные акции. Во-первых, бесплатная диагностика ходовой части, на которой продиагностируют абсолютно всю ходовку. Во-вторых, бесплатная диагностика системы кондиционирования, во время которой специалисты станции проверят работу системы, давление хлагента и на наличие утечек. По результатам диагностики ребята дадут рекомендации, которые тут же можно будет выполнить. Важно отметить, что фит-сервис — это процесс очень быстрый и удобен. И самое главное, диагностика полностью бесплатна. Все, что требуется, это записаться на сайте и приехать. Не требуется никаких дополнительных платежей. Ну и пока ребята диагностируют вашу машину, вы можете подождать в клиентской зоне. И да, у них есть шоколадки. Помимо этого, вы можете здесь просто отдохнуть, посмотреть фильм или даже поиграть в приставку. Международная сеть автосервисов фит-сервис очень динамично развивается. И с каждым месяцем количество станций только увеличивается. Так что весьма нетривиальная вероятность того, что рядом с вашим домом хотя бы одна, да уже и открыта. Так что переходите по ссылочке в описании и записывайтесь на бесплатную диагностику. Кайф же! По вашим многочисленным просьбам, господа, да, готовили машину не просто так. Действительно, поставили гидроусилитель. Теперь смотрите, как у нас стоит зад нормально, потому что у нас сзади грузовые рессоры, а значит, наш автомобиль полностью готов к грузоперевозкам. Найти работу в современное время вообще в грузоперевозках не так-то легко. Есть сервисы, кто-то на частных хлебах, кто-то подает объявления, кто-то... И мы долго думали, где же нам взять фактически сами заказы. Ведь нам надо поработать, а для этого нужны довольные и благодарные клиенты, которые... мы перевезем какие-то вещи с одного места на другое. Плюс у нас не было тента, и мы нашли уникальное решение сразу обоих проблем. Газелькин. Ну теперь смотрите, на самом деле реально понятно, что мы не просто блогеры с Ютуба, а хотим работать. Теперь она выглядит действительно как коммерческий транспорт. То есть наша задача теперь каких-то нарулить закатиков. Спасибо, кстати, огромное Газелькину за то, что выделили тент, прям пушка. Мы теперь прям, мы маскируемся под работников, понимаете? Это ждешь, никто не поверит, что мы работаем, да? Что эти руки, они ничего не могут, все так пишут, что мы же... бездарные, но мы маскируемся под работяг. То есть все, тентик есть, значит, в нем есть важный груз. Сейчас задача набрать заказиков и перевести эти самые важные грузы. Итак, мы подготовились минимально, потому что нормальные грузовые стропы я забыл дома. Но часто, когда к вам на самом деле приезжает просто водитель по заказу, у него строп реально не бывает. К сожалению, есть такая тема, поэтому хоп. И еще что нам обязательно нужна, это палка. Это палка. Парни, зачем нам нужна палка, пока гадайте. Чтобы... Да. Красавчик, а как ты угадал? А как ты угадал? Причем палка, вы, наверное, знаете, откуда это у меня за сараем лежали. Я специально аж из деревни привез. Потому что на палатке, когда вы работаете, палатка без палки вам вынесет весь мозг. А так чувствуете? Опыт, мать вашу. Вот это реальная тема. А, знаешь, что еще здесь нет? А, чувствуется не мой фургон, да? Еще пока не работал я на нем. Подножки нет, да. Неудобно, потому что шнуруешься ты уже после того, как закрыл борт. Это неудобно. Надо было сделать подножку. Потому что сейчас придется делать это так. Скидывать сначала палатку. Потом спрыгивать. Потом вот так морочиться, короче, с бортом. Это шляпа. По-хорошему надо было вот эту приварить подножку, как обычно.
Но видите, все уже, скилл уходит, ребята. Уже с какого года я... Погоди, с 13-го года я уже. Скоро, ребят, будет совсем много времени, как меня не было в грузоперевозках. А, и сейчас вставать опять же, да, мне вверх шнуровать-то сейчас как, ёптель. И что я сейчас буду делать с этим всем? Полная борода. Короче, видишь, машина не готова по итогу к перевозкам. Но это мой косяк, конечно. Это мой косяк. Ну, как обычно, шнуруемся только на низ, фигли, чтобы не прыгать. И все будет нормально. Нам дали форму. Сейчас, ребята, начинается самое интересное. Опанце, что у нас есть? У нас есть модный шмот. Вы зацените. Я наконец-то буду похож на человека, а не бадлаган в спортивках. Я надеюсь, они XXS-очки, да? Чтобы по коленке мне были. Тихо. Так, это раз. И это два. Ну и самое главное, ребят, модняшка. Наконец-то роба. Смотри. Да, штанишки должны быть XXS всегда. Так всегда на базах, я вам говорю, а куртка XXL. И ты в итоге ходишь как рэпер. То есть у тебя штаны вот эти с подворотами, а куртка до колена. И ты такой, типа, это нормальная ситуация. Ребят, Газелькин тут, они просто уже не первый год в этом, они знают этот движ. По-моему, мы в теме. Короче, что у нас есть на данный момент? Заказ на металлобазу. Нужно с металлобазы забрать металл. Вот, ты посмотри туда направо, на... С металлобазы нужно забрать... Мы вот так в постоянном режиме вот так едем. Короче, с металлобазы нужно забрать металл, который мы сейчас привозим в скрю, чтобы продолжались работы. Заказы пока по своим, потому что когда люди увидели, что я сегодня работаю на грузовике, мне все стали звонить, оказывается, всем давно нужно все перевезти. Понимаете, в чем прикол? Но люди об этом стеснялись. Спросить, нужно у кого-то звонить, что-то заказывать, лень, а тут... И на обратке мы еще захватываем какой-то стол с кухни и везем его еще, по-моему, на Ржевку. Короче, работы, ребят, полон рот. Забот. Вон, кстати, заказчики звонят. Слушайте, вы можете, короче, вообще расслабьтесь. Неважно, если сегодня будут неинтересные заказы. Я ностальгирую в прямом эфире, при всех. И вообще не стесняюсь в этом признаться. Все ностальгируют, ребята. А кто не ностальгирует, тот ностальгирует в два раза больше. Мы это прекрасно знаем. Поэтому я, опять же, с 13-го года из перевозок уже ушел. Дайте мне хоть немножечко возможность вспомнить былое. И мне здесь абсолютно уютно и по кайфу. Тем более в формате газели. Это же вам никогда там 20 тонн на хвосте, расшнуроваться нужно, боковая загрузка, сборка, стропиться только 2 часа и так далее. У нас все пушка. Работаем на лайте, двигаемся с кайфом. Не хватает четвертой передачи в гору чуть-чуть на больших колесах. Заказчики едут. Сними их. О, какие классные ребята. Блин, на третьей нормально мы вверх на 2000 поднимаемся, да. Это мы пустые, обрати внимание. Будут проблемки. С 2 тоннами будем наверх конкретно прям шуршать. Надо было ставить за МЗ Про, я говорил. Тогда бы и в Евро 5 прошли. Теперь видишь, мы еще и спереди супер выдаемся, потому что раньше это спереди просто был Range Rover, а теперь это кабина Range Rover и сверху надпись Газельки. То есть мы даже спереди теперь офигеть палимся и такие, что происходит. Так, ну все, супер, мы погрузились, мы едем дальше на Большевиков 11, где нам нужна какая-то, ну не нам, а заказчикам нужна какая-то мебель. Я еще не знаю какая, честно говоря. Большевиков, дом 11. Слушайте, а ведь было время, когда я мог доехать отсюда туда без навигатора.
я знал весь город настолько наизусть, что мне нужно, вообще не нужно было ничего. Я навигатор использовал чисто, чтобы посмотреть, где пробки. Ну, я, в принципе, сейчас тоже так делаю, но раньше я мог так уехать из любой точки в любую, а сейчас уже все деградируем потихонечку в этом плане. Нормально, ну нет низов чуть-чуть у моторчика, ну ничего, едем же. Конкуренты, смотри, из Петровича, все прям конкуренты нам навстречу едут. Но конкуренты едут на газели, а на чем еду я? Посмотри на меня и на свою газель, а теперь снова на меня и снова на свою газель. Да, братишка, да, да, да. Понимаю. Надо было выбирать правильную компанию. Проблем бы не было. Ну, как людям понравилось на складе, да, прям все рабочие. Девчонки из офиса такие из окон там, фотают, типа, нормально, нормально. Так, вот этого не было в плане. Четвертый цилиндр, приди, порядок наведи. Вон, 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 телефон, смотри, аж на фронталочку там пытается что-то снять в сити-драйве. Впереди камера контроля, перекрестка. Вот это технологии! Как тебе такой, Land Rover? Как кузов прыгает со стороны, как пять. Изнутри так же примерно, да, по кайфу. Громыхает. Короче, вся пушка. Зарабатываем дальше. Едем, да? Едем, едем, так. Да, да. Короче, все пушка, и роба оказалась даже на самом деле очень теплая, самое главное. А меня, поскольку подпродуло на катере, почему-то, совершенно неожиданно, почему так произошло, когда я высовывался со всей дури, то, естественно, у меня немножечко там горло туда-сюда. Но мы не грустим. И капец, как не хватает подножки снизу. Прям вот это я заложал, конечно, что я этот момент пропустил с подножкой. Потому что теперь приходится сначала опускать тент, потом поднимать борт. Это просто полная беда. В остальном же, слушайте, в городе никаких проблем с тачкой нет. Очень комфортно. По-моему, мы даже немножко выше обычной газели. Как газелисты на встрече едут. Просто он тебе едет и такой, да, детка, да, как бы. Но, как говорится, кто на что учился, тот там и пригодился. Мы больше по такой ерунде. Сейчас нас ждет вроде какой-то стол. Я не знаю, какой стол, кухонный вроде стол, мы его как-то привязываем и дальше едем на Ириновский проспект, где мы стол выгружаем, а металл мы уже везем с крю, который, если по-честному, металл для моего же самого прицепа. И потом мы еще куда-то едем, я уже забыл, короче, там целый график у нас. Мы пашем. Да, и кстати, вообще нормальные пацаны, когда закидывают тент, делают еще в конце вот так, тогда ветром обратно клеенку не схлестнет. Такие дела. И обычно вместо этого борта борт капец неудобен. Борт надо снимать, сюда делать два паза, в которые ты вставляешь вот такие же доски длинные. И просто ставишь раз доску, два доску и три. Ну, три, две уже кто как выбирает. И когда ты открываешь, ты одну доску верхнюю снял, закинул, ее запульнул, вторую доску снизу снял, сюда закинул, все, борт на самом деле не особо-то нужен, с ним больше мороки. И даже когда у тебя потом не габарит, допустим, если у нас сейчас был бы металл вот такой, вот с бортом я бы начал сейчас, короче, что-то мучиться. А когда у меня две доски, мне с ними мучиться не надо. Они у меня закинуты, и мне ничего не мешает, габариты ничего не закрывает. Так что, короче, машинка еще не совсем готова, в моем понимании, под грузоперевозки, чтобы это было комфортно. И, соответственно, когда у тебя нет борта, ты просто снизу сюда навариваешь арматурой вот такую подножку, на которую ты встаешь, когда залезаешь. Все. И в этом комфортном режиме ты можешь зарабатывать конкретно бабки и не бороться просто с самой машиной. Такие вот мелочи приходят реально вот на там много лет работы. Стол, стол, стол. Да, 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 здравствуйте, здравствуйте. Только столик у вас, да? Да. Как хорошо, что у меня стропки взяты. Давайте, да. Я помогу вам. Там 300 рублей накинете, я помогу, нормально. 350 даже могу. 350? Как, да. Какие хорошие люди. Щедрые. Щедрые, щедрые, правильно. Короче, если по уму, то мебель на хвосте вот так в пустом возить, это дело мертвое. Потому что сзади все будет капец как прыгать. Мебель нужно толкать вперед. Но поскольку нам ехать чуть-чуть, я верю, что мне повезет. Ну, нам всем повезет, видимо, да?
Все, принято. По коням. У нас груз, возможно, криминал. По коням. Короче, мне на самом деле все очень нравится. Прямо жесткие флешбеки. И даже такие, да. Давай, газель! Спасибо, брат. Обращайтесь, конечно. Спасибо, что воспользовались нашими услугами. Мы воспользуемся еще. Конечно. 5 звездочек отстрочил быстро, да? Спасибо. Ну что, короче, на самом деле все на изи. Все прямо вообще легко. Ну и заказы, честно говоря, простые. Но тем не менее, самое главное, что гидрач сильно поправил обстановку. В городе на машине перемещаться абсолютно по кайфу. Если бы еще мотор на низах не троил, вообще проблем бы не было. Ну, понятное дело, проблема мотора – это уже, ну, проблема мотора. Надо мотор – будет мотор. Все прекрасно это знаете. Но в любом случае, зеркала вот только мы так и не сделали на выносе задние, поэтому парковаться бывает сложновато. Во всем остальном, самая обычная грузовая тачка никаких вопросов не вызывает. Так, далее у нас догруз, потому что кончается газ для сварки. Надо съездить заправить баллоны. То есть вот реально один день, да, из жизни вот сервака. Мы постоянно что-то крутимся, ездим. Сколько уходит на транспорт у пацанов? Нисколько, потому что они это обычно возят на октахи свои. И это все торчит прям на улицу. Теперь все будет более-менее правильно. Опа! Кто здесь повелитель, а? Так, ну что, мы с вами уже сегодня металл возили, мебель возили, баллоны возили. Значит, это все, конечно, в игрушечном формате, понятно, но в натуральном формате, вы сами понимаете, если бы мы заключили контракт с, ну, с компанией, да, и у нас были бы реальные клиенты, то всегда это можно, ну, клиенту могло показаться, что это оказание услуг ненадлежащего качества. Потому что клиент ожидал, что ему приедет машина, а ему приезжает Range Rover, да, с кузовом, понятное дело. Поэтому мы, естественно, работаем в таком формате, возим все своим. У нас сейчас очень интересно будет все впереди, потому что мы супер длинные, у нас не то чтобы много выворота, а нам, ну, по правилам, тут по-другому никак, налево поворота нет, нам нужно сейчас прямо и там развернуться в довольно узком месте. Мы сейчас будем офигевать. Вот это, наверное, мы проверим, все-таки нормально эта машина, Юрка, для города, или прям надо что-то делать с выворотом. В остальном, я считаю, мы все доказали, прям красота. Так, смотри, берем поширше. Очень тяжело по мотору ей прямо. Но влезли. Если просто немножечко учитывать специфику, чуть-чуть я черканул колесом, потому что Нива поехала, я забоялся, то мы, в принципе, очень на грани влезаем. Короче, несмотря на то, что у нас маловато выворота из-за больших колес, естественно, то мы влезаем. Все, 100% тачка одобрена в городе. Она идеально подходит для грузоперевозок.
Ну что ж, ребятки, мы доказали самое главное, что машина полностью жизнеспособна. Просто добавили гидрач, нормальные рессоры назад, она правильно стоит. Единственное, что, конечно, да, сегодня грузоперевозки, конечно, были в формате такие лайт. Не было сборных грузов, не было мебели, когда вам нужно вместить в этот кузов четырехкомнатную квартиру вместе с людьми и собакой. Вот такого не было. Еще в определенном порядке, причем, когда это все неправильно выносят. Когда сначала мелочь, а потом идут большие всякие шкафы, там трехстворчатые и так далее. И потом кухня еще в конце на это налетает со стеклом почему-то. Вот такого не было. Но глобально мы все понимаем этот объем. Это стандартный газелевский размер. Чуть база длиннее, чем обычно. Из-за этого некоторые проблемы по вывороту и так далее. И, конечно, то, что мы просто еще забыли сделать вынос на зеркала. Поэтому, естественно, обзор назад есть, но он плохой. Его не хватает. Это можно поправить, конечно, самим выносом. И два, все-таки поставить камеру заднего вида. Тем более у нас магнитола с экраном впереди есть. Можно просто вместо нее зафигачить планшет. Туда же навигацию, туда же все. Восстановить даже можно это все рейнджовое. Короче, ребята, это все решаемо. Это уже пустяки. Самое главное — это архитектура. Самое главное — то, как это работает. Да, понятно, что еще заварка нам абсолютно уже по лету не нужна. Ну и еще несколько буквально мелочей, которые уже понятны только опытному грузоперевозчику. Абсолютно очевидно то, что это абсолютно нормальная машина. Абсолютно, которая абсолютно каждый день может перевести абсолютно любой груз в рамках, естественно, своей кубатуры и грузоподъемности. И это основная пушка. Я лично от себя просто кайфанул, поймал сегодня весь день 10 тысяч флешбеков, самые главные из которых, когда ты стоишь в кузове просто и видишь этот кузов, окно просто пустое, да, и проспект, и там что-то люди шевелятся. Вот это самая частая картина, которую обычно видит водитель, потому что зимой, особенно я, когда работал на дизельных машинах, в кабине бывает холодно, ветер дует, тесом сидеть уже неуютно, и ты тупо окучиваешься в кузове и ждешь. Тем более, раньше я работал еще на складах часто по стройматериалам, и большинство времени водитель в кузове шарашится, смотрит, как погрузчик на него ставит палеты, и их там тоже, в том числе, расколбашивает рохли, которые ему в кузов подали и так далее. Это был, конечно, главный просто флешбэк. Я почувствовал себя в 2012-13. И самое главное, знаете, что мне было в этом состоянии абсолютно комфортно. Вот эти, которые люди постоянно спрашивают, закроют YouTube, что ты будешь делать? Ребята, я не в YouTube родился, я что-то делал до YouTube, раскрою вам секрет. Мы все здесь делали, нет, вот есть золотая молодежь, да, Владислав Телебаев, Никита Зонов. Они в жизни, кроме YouTube, реально ничего не видели. Вот это то поколение, которое, ну, с камерой в руках не родилось, но они оба всю свою жизнь только снимали для YouTube. Никитос, ты чем-то еще занимался вообще, кроме этого? На складе фасовщик, ну хотя бы какие-то специальности. Владян, вот это первая вот стадия того, когда человек полностью цифровой. Мы же все остальные, но нам не 20 лет, в отличие от Владяна, к сожалению. Мы все хотели быть такими же, но мы все работали курьерами, мойщиками, слесарями. Игорян в офисе сидел. Мы все, ребята, после Ютуба никуда не денемся. Добро пожаловать в нашу дружную компанию. Меня всегда ждут какие-то вот такие интересные варианты. И всегда ждет меня та же самая мечта, что я от водителя газели куплю себе несколько газелей, и у меня будет, капец, 3 газели. Вот это прямо, и у меня так это не получилось, потому что как раз, когда я покупал второй себе третий грузовик, бахнул, ребята, 2008 год. Как знать, если скоро бахнет 2000 какой-нибудь там, восьмой год, 2, там, 28, и все, опять пойдет прахом? Не проблема. Никто никуда не денется. Я сегодня это понял. Вы за нас также можете быть спокойны, а нам остается пожелать только всем газелистам вот таких машин, потому что ты в ней едешь, работаешь и понимаешь, что это не работа, это просто отдых какой-то. Ты кайфуешь в этом абсолютном комфорте, даже при условии такого мотора и такой коробки передач, но еще чуть подделать, и это будет абсолютно успешный автомобиль. Крайне удивительно, что мы вот делали трэш, опять же, а получился совершенно функциональный малотоннажный грузовичок. Приглашаем к сотрудничеству компании по грузоперевозкам. Как знать, может, мы ее сертифицируем и реально, ну, посадим водителя. Это ж просто какой вот это вот хайп. Это же все люди едут и оборачиваются. И самое главное, опять же, что это тот самый коммерческий транспорт, на котором все хотят поработать и который вызывает абсолютный позитив. Огромное вам спасибо, что смотрели это видео. Огромное вам удачи. Может быть, он еще будет в следующей серии. Пока. А нам еще сегодня надо кое-что, кое-куда отвезти. Но вам не расскажем.